На заседании союзников Украины в формате «Рамштайн» в среду, 12 октября, были приняты решения, которые помогут Украине закрыть небо от российских ударов. Об этом по итогам совещания заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он отметил, что речь идет о новых системах ПВО. Очередной «Рамштайн». Для нас он исторический, потому что принимаются решения о закрытии неба Украины. Усиление украинской системы ПВО – это то, что нам нужно, написал Ермак, добавив, что именно современные системы ПВО для Украины были темой последних разговоров с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном. Как сообщалось, сегодня в Бельгии прошло заседание «Рамштайн-6». Контактная группа заявила, что будет продолжать повышать оборонные возможности Украины в ее борьбе с российской агрессией. Подпишись на наш канал, чтобы быть в курсе всех событий. Спасибо за просмотр.